Прошу прощения, для начала я бы хотел вам предоставить много хорошей информации. Что такое хорошая информация от автомоечного комплекса, который располагается за моей спиной? Он располагается на улице Галиуллина, 4. Комплекс под названием «Авангард». Это то, что вы здесь можете машину мыть круглые сутки. Понимаете, это клево. Приехал, помыл машину и уехал. Дальнейшая очень полезная информация в следующем. Вы здесь можете машину обработать. Каким образом вы ее можете обработать? Вы ее можете отполировать, а вы ее можете еще обработать жидким стеклом. Сколько такая цена стоит? Ну, жидкое стекло – это 1500 рублей на небольшую машинку. Жидкое стекло дает вам возможность ездить и показывать, как ваша машина блестит целый год. Есть другие конторы, которые задают для вашей машины такой же блеск, но за другую сумму. Так что вы имеете право съездить туда и съездить сюда. И потом уже сделать ваш, именно ваш выбор, что для вас необходимо. Либо 1500 рублей, ну если это маленькая машина, либо 22 тысячи. Думайте сами. А если вы чего-то не поняли, то я объясню. Город Магнитогорск живет правильной жизнью Магнитогорского металлургического комбината. То есть жизнь здесь течет круглые сутки. И как каждый нормальный круглосуточный город, он нуждается в круглосуточном уходе за вашим автомобилем. И, конечно, хорошо, что круглые сутки может переобуваться и ремонтироваться резина. Но нигде в городе нет круглосуточного ухода за автомобилем. Так чтобы провода и хомуты и шланги-то были. Но потихоньку в городе Магнитогорске начали появляться круглосуточные мойки. Мойки другие нас не интересуют, но мойка-то главная, и располагается она на Галиуллина 4. В раз, в любое время и сразу 6 машин. Господа металлурги, ценник за нормальную мойку в 2 раза-то ниже, чем за вашу стоянку. Осталось только попросить начальство ездить на чистых машинах в любимые цвета чистого комбината. А есть еще и другой вариант, ну чтобы стало понятно. Какой-то странный перец нам сказал, что машины должны быть черными. Фамилию этого перца я знаю, может быть и вы догадаетесь. Так вот, все, что темнее белого и серебряной королевы, и это очень сильно страдает от ветоши, палок и всяких там кустов. Очень сильно страдает. Возникает вопрос, а как с этим справляться? Ну, чтобы вы поняли, краска – это маленькая часть того, что покрывает ваш автомобиль. Далее – лак. Любая штука, что делает чистоту вашего автомобиля, в первоисточнике использует пасту, ну, чтобы полирнуть ваш авто. Вот паста должна быть в опытных руках, потому как много полировальщиков, но результат-то не тот. Опытный полировщик снимает верхнюю часть, а затем уже доводится блеск. Конечно, хочется самим, но понять-то надо. Перед тем, как доверить полировать ваш автомобиль, полируются в большей степени детали не на вашем кузове. Ну и плюс машинка должна быть с частотой оборотов от 600. Есть такое? Нет. Тогда к опытному полировщику. Теперь дальше. И теперь проще. На вытертые бока наносится жидкое стекло. Мысля у этого стекла-то простая. Вы не туда заехали, но покрытие настолько тонкое и настолько правильное, что мелкие косяки затягиваются сами. Конечно, мелкие, но не крупные. Поэтому вы нанесли жидкое стекло и продолжаете использовать ваш автомобиль в нормальном состоянии. И радость тут для вас на целый год. Конечно, все это понятно, да? Сколько это стоит? Я вам уже объяснил. То есть цена вопроса в принципе недорогая, да? Если у вас машина ушатанная, привели сюда, полирнули, сделали, а потом еще жидким стеклом, и все нормально. И эта машина на продажу. Хотя почему на продажу? Вы можете на ней также ездить. Вот. Если вы хотите на этой машине и в продолжении ездить, и мыть ее, то кроме комплекса, который располагается здесь, автомоечного комплекса, да, «Авангард», вам другого-то и не найти. Потому что он работает круглые сутки, располагается он на улице Галиуллина, 4, и ждет вас всегда. Так что думайте.